Всем привет, с вами Skiff Music, меня зовут Алексей, в моих руках электрогитара Schecter Sinister. Но перед тем, как мы продолжим говорить об этой гитаре, подписывайся на канал Skiff Music, Skiff Music Live, и не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ну, а мы вернемся к нашему необычному инструменту. Внешний вид инструмента говорит сам за себя. Это не гитара, это просто орудие возмездия, на котором ты будешь играть самые жирные рифы. Корпус сделан из махагона, гриф тоже сделан из махагона, накладка на гриф сделана из палисандра. Классные колки, которые отлично держат строй. На борту здесь два мощных выхлопных хамбакера, трехпозиционный переключатель, всего две ручки, громкости тон, и есть отсечка. Если, например, ты захочешь поиграть что-то более легкое, без проблем. Давайте послушаем, как эта гитара на чистом звуке звучит на всех положениях переключателя. Чистый звук со включенной отсечкой. Так что в плане стилей, которые можно играть на этой гитаре, инструмент довольно универсальный. Теперь давайте послушаем перегруз. Очень классный злой инструмент. Если ты хочешь играть тяжелую музыку, то этот вариант точно для тебя. Ну и вообще, это довольно необычная гитара, которая точно стоит того, чтобы пополнить ей свою коллекцию. Поэтому скорее беги к нам на сайт, чтобы успеть приобрести для себя эту классную гитару. И помни, гитара — это про счастье.